утро, бродяги. Остаетесь в ночную смену. Но мы работали весь день. А мне насрать. Это ваши проблемы, тупицы. Чаги! Ты чего? Ищу призраков. Что? Тормози! Что с тобой такое? Сигнал с радара исчез. А это еще кто? Скажи, что видишь их. Да, я вижу их, чувак. Живо сюда! Кто вы такие? Меня зовут Лютер. Это Торквилл и Молли. Говард, ты некромант. Охотник на демонов. Ты последний представитель самой могущественной династии из всех известных в нашем круге. Повтори. Что случилось с моей мамой? Ее захватили демоны и превратили в пожирательницу душ. Твоя мама придумала способ уничтожать демонов через интернет. Чувствуешь, какие силы здесь стоятся? Я теперь вижу сплошных мертвяков. Привет. Теперь я призрак. Вообще-то это не так отстойно. Я могу вытянуть лицо, как упырь. Я всю жизнь провел, скитаясь по приютам и воображая себя Оливером Твистом. А оказывается, я какой-то Мерлин Хреномерлин. Ты оказался здесь не случайно. Я выучу тебя. Хрена себе, нора Бэтмена! Давай, ударь. Не могу, я сейчас обосрусь! У нас есть один час, чтобы спасти Финниган. Иначе 1 300 000 людей погибнут. Демоны пытаются убить меня! Они хотят высосать мою душу прямо через лицо! А вы просите помочь вам убить самую жуткую тварь, которую я только мог представить! Какой же я, по-твоему, монстр? Беги! Чувак, тебе теперь нужна нереально крутая реабилитация.